тому, что гибридными могут быть даже Феррари, мы морально готовы, поскольку бензоэлектрическая двухдверка SF90 существует больше года. А теперь модель обзавелась складным жестким верхом, что также принесло приставку Spider вместо Stradale. В плане техники ничего нового. Спайдеру досталась силовая установка из 4-литровой турбовосьмерки и 3 электромоторов. Суммарная мощность этого квартета ровно 1000 сил, из которых 780 выдает двигатель внутреннего сгорания. При такой энерговооруженности машина щелкает до сотни за 2,5 секунды. И, конечно, открытый верх лишь обострит восприятие пушечного разгона, как и ощущение полной тишины, ведь этот Феррари может проехать на чистом электричестве 25 километров. Производитель предпочел скрыть цены, однако дотошные журналисты разведали, что супергибрид стоит примерно полмиллиона долларов. Так что купят такой Феррари точно не ради экономии на топливе. Заводская спортивная команда Lamborghini решила показать, что получится из заднеприводной версии суперкара Huracan, если доработать ее по гоночным канонам. Атмосферный V10 сделали мощнее. Большую часть кузовных панелей заменили углепластиковыми, а вместо привычных алюминиевых колес установили магниевые. Заодно выбрали более тонкое лобовое стекло, попутно убрав медиасистему. В итоге полегчавший Huracan достигает первой сотни за 3 секунды ровно, а максимальная скорость — 310 км в час. Притом создатели новинки хвалят не столько динамику, сколько отменную управляемость на уровне трековых болидов. Собственно, подгоночный трек заточены подвеска, тормоза и аэродинамика. Хотя выезжать на дороге общего пользования этому Lamborghini разрешено. И чтобы не покидать вселенную высоких скоростей, непонятно зачем, но Bugatti продолжает выпускать спецверсии своего Chiron'а. В этот раз тираж из 20 машин посвящен гонщикам начала века, многие из которых были авиаторами. Ретро-теме посвящен особый декор, самая знаменитая деталь которого — стильные рисунки на дверных панелях. На них изображен истребитель Newport 17, который пытается догнать гоночную машину марки Bugatti. Заплатить за такую красоту придется по 3 миллиона евро, хотя технически ретроспективный Bugatti ничем не отличается от исходной версии гиперкара.